Большое спасибо тем, кто сегодня сумел и нашел возможность прийти на наш праздник. Депутатская команда Максима Кучугура, а также наш благотворительный фонд «Юрити» рада вас приветствовать. Второй год подряд мы вас будем радовать замечательной елкой, такими замечательными иллюминациями. И детки нам сегодня помогут ее зажечь, мы ее официально откроем. И что же хочется сказать в преддверии Нового года? Уже 10-й год подряд мы с вами встречаем новогоднюю елку, Деда Мороза, Снегурочку в этом самом месте. Мне очень рад, что мы с вами работаем. Мне очень повезло с этим округом. На этом округе живут замечательные люди. У нас великолепный микрорайон, где живут добрые люди, у которых много детей. Много детей? Нет. И я надеюсь, что следующий год принесет вам всем те ожидания и те желания, которые вы закажете Дедушке Морозу. Дорогие взрослые, хочу вам пожелать о том, чтобы в вашей семье было благосостояние, добро, любовь, семейное тепло. Я уверен, несмотря ни на какие трудности, наша с вами страна, наш город будет расцветать, а мы и наша команда будет вам в этом помогать. В течение всего года на вас работали замечательные люди. Я хотел бы, чтобы вы их тоже поприветствовали, это мои помощники. У нас еще есть Оля Хроновская. Оля, где-то покажись. О, давайте похлопаем. Вот он, подходите, подходите. Вот у нас целый год занималась тем, что у вас был свет, тепло, и все было хорошо. Это Оля Хроновская. И второй наш молодой помощник Колька, Женько. Вот он, вы его тоже увидите. Это наша команда, которая работала в течение года. Давайте им похлопаем, они большие молодцы. Ура! Ну что, больше вкусных тостов для родителей не будет и пожеланий. Теперь поздравим детей. Дети, вы готовы? Да! Супер, ну что, я смотрю, вы плохо просили Деда Мороза, снега нет, мороза нет, и Снегурочка, вы видите, тоже без румянца практически. Я думаю, что надо постараться хотя бы в том, чтобы мы с вами смогли зажечь елочку. Вы к этому готовы? Это хорошо. Ну что, давайте попробуем. Я не знаю, если вы будете сильно кричать, она зажжется быстро и сразу. А если слабенько, то она не зажжется быстро. Поэтому, детки, давайте попробуем. Елочка! Жанки! Почему-то, наверное, почему-то эта сторона не кричала. Так, смотрите, ну-ка, давайте разомнемся, давайте. Руками поможите, чтобы теплее стало. Давайте, попрыгаем, вместе. Опа, давайте еще. Так, ну-ка. Так, готовы? Да. Ну-ка, еще раз. Елочка! Да, ну что, Дед Мороз, Дед Мороз. Дед Мороз, ну конечно, иди сюда. Да, наверное, есть вопрос, что родители не кричат. Родители, что вы молчите? Вы видели, что вы не разрываете? Нет, они-то покажите за своих родителей, покажите, чтобы они тоже кричали за сухого. Ну что, готовы? Точно? Девочка, зажги! Зажгите только елочки на заре, видите, да? Дорогие детки, заказывайте, пожалуйста, свои желания. Это будет ложиться спать 31 на 1 число. Дедушки Шалезу. Заказывайте им маленькую хитрость. Нужно заказывать желание не только на новогоднюю ночь под елку, а на весь целый год. Вы поняли? Прямо на целый год заказывать. По следующему году.
Thank you.